В минувшее воскресенье текстильщик провел свой заключительный контрольный матч на сборах в Турции. Там ивановцы должны были встретиться с исландским Гриндавиком. Однако перед началом матча организаторы поменяли соперника. На поле вышла команда Викингур из Рейкьявика, пятикратный чемпион Исландии по футболу. Текстильщик уверенно провел встречу, победив со счетом 2-0. Напомним, что сборы продолжались 2 недели, и за это время текстильщик провел 5 контрольных поединков, как с российскими, так и с зарубежными командами. 3 из них завершились победой, а 2 матча соперники сыграли в ничью. В России футболисты вернутся уже во вторник утром. Вся подготовка сводилась к тому, чтобы на хороших футбольных полях, сейчас в Турции хорошая уже погода, непосредственно перейти от физической подготовки к подготовке непосредственно к соревновательному циклу, то есть наигрывать связи между игроками, наигрывать основные составы. Начиная с четверга команда тренируется в Иванове и готовится к первому матчу. Первый матч сезона. Сезон у нас возобновляется после прошлого года. Он пройдет 2 апреля на выезде в Смоленске. Наша команда встретится с клубом ЦРФЦО «Смоленск». Это игра, которая не состоялась в ноябре по погодным условиям, была перенесена на весеннюю часть. То есть, таким образом, достаточно рано текстильщик начинает сезон. Ну, а затем ивановские зрители смогут увидеть нашу команду на стадионе «Текстильщик». Игра с командой «Динамо-2» Санкт-Петербург пройдет 7 апреля.